Так, Хорошо, рейтинг героя. средний. Что за попание? Осталось 5 секунд. Минера не банят. Кентавр, хорошая линия. Ничего ему даже говорить не буду, кого пикать. Куда-то меня кинуло, странно. Никаких примутов нет, ничего. Эй, ваша очередь выбирать. Зачем фпшить фантомку? А, ладно, что я буду писать? Он уже сделал. В следующей игре, если кто-нибудь спросит, и он задумается. Хотя, мне кажется, ему еще в этой выговорят. Да, классика. Классика жанра. А, да у него больше 1000. Ну, ранг больше 1000. У него всегда же низкий был. Выбирать или нет? Через то. Да, это рафловая, конечно, каточка. Как вам обложка, понравилась? Ну, сейчас, наверное, да, ниже меня. Я не помню, сколько именно у него точно было. У меня же тоже больше 1000 сейчас. Ну, короче, так же примерно. Но вообще-то у Соло столько же, сколько у меня. У Соло даже больше, чем у меня. Ну, в смысле, цифра больше. У Соло 1300 с чем-то, а у меня сейчас 1290. Так, ваша очередь выбирать. Пока пикаем. Сейчас вернусь. Пик там вроде хороший. Так, ты кто? Гримстрок? Тебя? А, Морфаза полит. А куда ему столько-то? Почему я ему отдал лишнее? Да ты угораешь, что ли? Как-то Санейка поднимался в топ. Только из-за минера так. 30 секунд до начала сражения. Исключительно. Папич, включи стрим, я умираю. Кто папич-то? Да не, серьезно. На Пашке. Да я реально вздыхаю, блядь. Без стрима. Без рола. Почему ты решил, что это он? Ну потому что я знаю, что это он, блядь. Это он, я прощекал. А мы заберем у них руну сейчас, брат? Или там... А нет, нет. Нет, нет, давай не надо. Это плохо закончится. Да, не надо.
Let's blow something up. Так. Надо обоих зацепить. Я прыгну сейчас, когда они поближе будут. Хорошо. Брат, ты... Так я на двоих. Я бы так не прыгнул, я понимаю, что линия пушится. Понял. Чё, у тебя будет левел 2, может быть? Все нормально, сейчас просто мы с них выбьем весь реген и все. Да-да. А чё он молчит-то, кстати, этот папич? Вот если сейчас хрипам подойдет, он умрет. Хорошо. Я только за. Опа. На гензи у цепей мало. Красава. Под копыта. Она придет за пулю. Ну, он реген, он нормально так закупился на самом деле. А, вот. Ты сможешь разобрать? Станом попадешь, я прыгну. Нет, регенится. Далеко, далеко, далеко. Брат, я не смог. Прыгнешь. Я не смог, далеко. Брат, же было. Как я могу обойти? Ладно. А сейчас умру здесь. Не умрешь. Так, потом я запулю. Я себе манго там стану. У меня КД. Что это даст? Просто смотри, ты как бы отходишь, я не могу так далеко бежать за тобой. Можешь фаску дать? А, ладно. Понял, извини. Фурион. Ой, Фурион. Ты пауз сделай. Да, я сделаю. А я суицидность. А я умер. Да как ты умер-то? Хотя. Нет, я выдал, иду. Там. Он самый первый и самый стабильный зритель. Не дал крипам зайти на мину, чтобы кентавр получил опыт. А сколько получается у папича рейтинга? А, нисколько. Ну да, похоже на правду. Они с руны парня, сколько? Берете? Забери руна. Бегу. А, в смысле, ты вырвала меня или чего? Не очень понял вопроса. Толка чего?
Мне четвертый нужен, будем войда убивать тогда через трапу. Хорошо. Кто со мной играет? Я не не очень тебя понимаю. А, хорошо. Так, на эту кнопку было. Достанешь, могу прыгнуть. Я сейчас близко, и ночь, я не прыгаю. Да, хорошо, всем подставиться сейчас. Давай, брат. На. Если не сложно, оставляй мне, пожалуйста, потому что я так опыт не получаю и проседаю сильно. То есть что мне... оставлять тебе? А, фраги. Чтобы сразу добываешь, давал. Да, да, просто мне как бы не золото нужно, а опыт. Я опыт не получаю, если умираю сразу. Понял, понял. Не, ну серьезно. Как пулю, так они умрите, сейчас это пулю и угомешат. Почти четвертый. Так как получится, брат? Там. Я понимаю, я просто к тому, что не пытайся застелить именно. Да, да, хорошо. Я просто, ну смотри, нажму double action, типа сразу идет. Есть прыжок? Я сам дам. Есть. Смотри, вот здесь минус трапы. Попадается туда, надо убивать. Хорошо. То есть я сразу туда прыгаю, и ты подбегаю в это время. Сейчас с другой стороны буду ставить. Он к вам не подходит, он боится. Ну, я правильно делаю. Максимально. Тут еще и верно стоит с ордом. Не ходу топ стоит, 100%. Хорошо. Он почти умер. Старайся отгонять его в эту сторону, чтобы он по трапу бежал от тебя. Хорошо, хорошо. Вот здесь вот если встанет, он умрет тоже. Ну, в смысле, попадет под трап. Угу. Ой, вот так не делай. Я сука, ой, брат, а я Александр. Ладно. Хорош. Я, наверное, знаешь, сейчас пятый получу и пойду от тебя. Ну, можно. Для Сваган меня не пробьет, в принципе. Сейчас я еще одну минуту поставлю. С ловушкой. И прыгну. Мне так проще. Брат. Да-да. Не понял. Должен убить. Даже момент, секунду. Что? Уже не бьешь, блядь, зверей. Что сделаю? Ой, ладно. А уходи отсюда просто и все. Топориком вот это. Не то провел. А, то провел. Ладно. Там 2-2 было. Блин. Ну я вниз пошел. Мне там делать нечего на топе. Я там все заминировал тебе. Можем бить, он сейчас без ПО скилла, наверное. Чё, да, ты фантомку задачи, видишь, что? ХП фантомки видишь? Ай, блин, красного. Ты смотри, если на мины заходит, а кидай свою первую штуку, ладно? Ты сегодня без ужина.
Играй вокруг этих мест, хорошо? А это не только на 4К, это здесь то же самое происходит. Постоянно причем. А заберите ровно. Могу в топ идти под пирбить. А, где-то опс. Чё-то... Фантомка пока так. Жалко, мне Диорна есть после фантома. Можно бить? А, без фантома, да. Ну, я успею подойти, дайте стану. Огонь, я дам этот, прыгнуть могу. Тесмака нет никакого? Тогда не прыгну. Поставь, не, пожалуйста, в центре, вот сюда. Сюда в центре поставь, он умрет, если забежит сюда. Аналогично вот тут сделай. Просто у меня нет денег, я аркана не могу даже внести. Я без них минировать не могу. Сооружения сил тьмы крепкие, словно ледник. Понял. Брат, это страшно. Сейчас, подожди, 5 секунд стампить? Можно пробовать. Да, можно, конечно. Они ушли? О, было такое, было. Может, не, ну, ты не попадал, но вообще было. Видимо, силы света укрепили свои сооружения. Я умер. Это пульсом гвардом. Мне кажется, мы не можем так агрессировать. Мне тоже, мне дагер нужен. Так, они Рошана могут? Вообще, наверное, нет, но я поставлю. Ультафуры! Ультафуры! А хотя по нему уже попал, наверное. Нет, не попало. Эй, только посмотрите на вашу нижнюю башню! Точно, вот лететь. Ну, у меня Виверн. Знаешь, здесь вард стоит. Она сюда подошла, не а просто ты забайте туда. Из-за чё? Да лучше, да, еда фарм. Если еще раз умрут, это будет фиаско. Они ко мне пошли. Да что ты? Есть им подловить? Меня откуда? Дизоль первым предметом. Ой, прям под курьером стоял. Чё за жесть? Сейчас там бит откатился, не мог пожать. Что за свинья на пожар? Тут вижен стоит не где-то. Хорош. Не успею поставить. Мне не хватит, да. Отлично, пока все хорошо. Ваша нижняя башня разрушена. Зрелище не для слабонервных. Не то сейчас шрайн выпью.
Заберите руны. А, ты имеешь в виду этот? Из-за того, что у меня... Я сам пит кулдаун. Вот тут опс у них стоит, вот здесь опс. Марш. Из-за того, что у меня этот... Худ... Лёд называется. Так, мне надо купить хоть что-то. Забавно. Сейчас дайером буду. Сможешь скрой подождать сейчас, Нер? Смогу. У тебя есть 30 секунд. Хорош, Морг, хорош. А, погода? Понял. Можем смог прожать? Кто будет умирал? А, вот здесь умирал. На топе катапульта. Надо еще купить, еще, еще. Обратите внимание на дать такой на топ. А, да, фэш. Ладно. А вот тут вижу, на них стоит. Где-то. Потому что ультимейт прошел. Где стоит? А это вот здесь. Наверное, хайграунд поднимался. Так нет такого, видишь, тут все в этом. Вот здесь, значит. А что это такое? Мобил. Тогда не знаю. Он гений? Сейчас проверю. Ой. Ладно. Нет, нет, варда. Можно вообще Куджа убить, он же толстый. Помогите, пожалуйста, сейчас у него откатится уже. Сейчас прыгну, я с паски открываюсь. Отойдите, там у Вайда купол есть. Да. Там герой слишком толстый, там Вайд, который нажимает просто на одну кнопку и уходит. Пуш с вангвардом, взгляд на хп. Иди ко мне поближе, мы убить сейчас можем, если он зайдет в лоу этот. Вот. Я иду. С стампидом я прошу мою власть. Втроем мы его убиваем. Отлично. Ну все, он наш. Ой, парни, не факт. Ладно. Вот я в данный момент, в данную секунду не понял. Чё не понял? Там вор на рапиче. Войд Мидас. Thank you.
Руны. Ну, выиграть-то всегда можно, просто так гораздо тяжелее. Если ты общаешься, то гораздо проще. Могут убить обоих, просто сейчас покупал. Майор — это командный игрок, потому что, ну, он зависит от того, забайтят твоих на место или нет. Ладно. Смотрим. Я со стилю, я думаю. Вообще неплохо бьет, я бегу. Четко. Я иду. Они без трансфера, можем пойти в них слушать. Давайте пойдем. Не, есть такое. Жалко, не получилось Рошан забрать. Там именно Войт плохо отыграл, он не взял сразу. А не я хорошо отыграл. Я не затаймил. Вообще поставим обсыдут, можно будет один еще забрать. Там все еще нет, ну типа хрона. А вот. Лучше чем его поставить пробовать. Можешь. А можем его просовать? Может хоть без бэкдора. Если сломать. Там он чел в топе тоже пушит, парни. Бладзорн делает. Я-то почти. Ну пусть сделает. Вашу верхнюю башню атакуют. Верхняя башня разрушена. Постарайтесь, чтобы такого больше не было. Он такое делает на фариане. Сделай его. Там Войт еще. У него есть хранща. Че, можно еще куда-то забрать? Хорош. Он без ульты. У нас морфа нет, нет. Мы не убьем. Вот Боника, Боника можно ставить. У нас еще Пашка умерла. Да ты бери, 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 бери. Нормально, парни. Отлично. Руны.
Там руны есть, если что. Я забирал. Хороший тайминг огонил получился. До 25. Удачная находка. Короче, я куплю одну шмотку. Не можешь без анимации, да? Кастуется. Почему он не закастовал сразу? Курьера сил тьмы убили. Курьера нам зафидили. Баунти. О, я возьму, возьму. Давай, бери, бери. Не гримсон летит, сейчас лука собью, можно будет огонь убить. Надо сейчас файда убить пойти. Вот плюс. Там линия отпущена, он не увидит, например, если вардов нет. Купите этот экшен. Давай я просто куплю гем. Или антимитинг карту. Не дашь? Ну давай. Вашу центральную башню атакуют. Центральной башни больше. Я же предупреждала. Дима, что мы делаем? Опа. Ну побежи дальше. Там еще есть какая-то? Блин. Догоню. Я... Нет, правда еще такая не надо. Я не достал, достал. Я сам гем скрю могу забрать. Дал ты гем. Да. Тут он, слышишь, смотри. Тут топ стоит. А, ок, ок, ок. Ну, потому что я стараюсь учитывать все их передвижения по карте, когда это делаю. Бьём? Чтобы меня что точно не видели. Хорош. Ну, это не рандом. Тол бегает, курём. Готов. Просто когда ты идешь к ним в лес, ты должен посмотреть, где находятся все игроки вражеской команды, кого ты видишь, кого ты не видишь, насколько опасно среди того, кого ты не видишь, и смотреть, где они были последний раз. Ну, вот такого плана. То есть тут на самом деле очень много движений, которые надо запомнить. Ну, иметь в виду, когда ты идешь к ним в лес. Но идти к ним в лес можно. Можно внизу забрать. Аршан есть? Нет, Аршан. А, да, должен быть, наверное. Ну, вас забывали его? А, нет. Да, он еще умирал, я даже не знаю. А, понял. Что, го вниз? Да, идем. Вниз. Ну, ладно, там челы остались, я бегал к ним, короче. Это же тауэр. Не ушли. Эти промахи. Могу прыгнуть? Нет, не могу. Не, ну эти промахи, конечно. Там охренел за мной. Мистер Шан, сейчас на лестнице, можем бить.
Да, внизу много крипов. Я уже почти лоток скопил. Ты третий руна на боте. Пульс сдался, парни. Нормально. Прям центрями я был сорван. Брат, я иду. Я с гемом, можно сейчас хорошо подраться. Легко идет. Оп. Брат, я не буду там прыгать, я не буду. Не, я убил, все хорошо. Опа. Че, поможешь нам, папаня? У меня есть типа. Это тейтом, вас войт не убьет никого. Там будет с этим с лотаром, аккуратно. Ты ж гемом. А, точно. Да, можно просто потебить низ на самом деле, я не знаю, что мид пришли сейчас. Давайте мид, какой низ, зачем? У нас мины там стоят. Мины невидимые стоят, зачем нам куда-то идти? О, да, кстати, все парни подводят прямо, блядь, чтоб он вас поставил всех на скилл. Папик, не бойся, у меня есть это, блядь. Я больной. Не начал закинуть. Ну почему фантомка-то вниз уходит? Что происходит? Хорош. Опа! Сосать! Два кентавра, конечно. Что это такое? Не понял. А что самого здесь? Это не контрица, сори. А, если, ну вообще фура начала игры все так и делала. То есть она прилетела на топ, вот пускала пинков. Она вот здесь пускала по одному пинку. Просто понимаешь, если посвящать этому игру, то ты проиграешь ее, потому что ты не можешь. Ну, тебе надо и другими вещами заниматься по игре. Какие-то макро-микро моменты. Ты не можешь посвятить себя борьбе с миньором. Если ты это делаешь, то ты вообще выпадаешь из игры. Нет, слушай, не сюда прыгать. Меня за это хуярили. Да, видел. Ну что, сейчас можно бить Рашана и потом пойти по низу просто и закончить. Да, можем. Я уже лучше. Как же папе еще играет, конечно. Я так и знала. Мощно. Ну давайте кто-нибудь. Войд желательно. Клинк с тобой, видимо, в режиме не пройдет. Да, Войд уже в мету. А, у меня же еще тут мина есть, точно. Хорошо, я иду. Го. Я все равно типа целю от купола любого из вас на корах, челы. Как он... А, я же убил этого наверное. Бейка. Я иду потанчу. Фантомка, ну поучаствуй немножко, говори. Сейчас будут руны. Please.
Так в смысле, ну допустим, они активировали мои ловушки красные, да? Хорошо. А с результатом ты что сделаешь этими пеньками? Ничего ведь. Че, парень, ну запади. Ну, типа понизу. Да давайте топ Т2 заберем и все, че париться-то? У нас все есть. В смысле, так. Ну так, да, я о чем тебе говорю? Не, а, топ Т1, вот Т3 в смысле. Ой, все, я уже запутался уже. Ну ты можешь бить папич, слышишь? У меня есть эта хуйня. Ты не умрёшь никогда. Уже нет. Раньше да, сейчас нет. Я убиваю ультой. Все разы, которые я убивал ультой. Минус войд. С гемом. Как он с гемом умер? Войд с гемом. Хорош, парни, спасибо всем. Противники, скажите пока своим верхним казармам. Есть такое. Центральная башня противника разрушена. Вашу нижнюю башню атакуют. Центральная башня противника разрушена. Ваша нижняя башня разрушена. Ha ha ha.